есть какую свободу или не бывает. У нас такой свободы нет, мы берем, допустим, молоко. А что это за бобы? Это молодые? Это молодые. Бобы. Это можно кушать, просто почистить и покушать. Как горох? Как горох. А мы хотим попробовать. Хотите попробовать? Да, две штуки. Не очень много. Передайте, попробуйте. Попробуйте мы так. Не, кому интересно, сейчас будет суп. Не, ну вы просто, да. Попробуйте, какие прикольные. Мафия брошенная. Почему я еще не слушаю? Она что-то говорит, да? Она такое делает губами, а... Да, молодец, немного. Острого соуса немного. Что дальше будет? Это немножко. И все. Нет. Для чего я добавил бульон? Для того, чтобы поженить эти все вкусы. Знаете, смотрите, Ивлева. Советная любовь. Пока нет. Уже нет, надо начинать. Просто, знаете, или посмотрим тоже. Окей. Маха-шефа. Он в России показывает? Да. Кто его ведет? Я ни разу не смотрел. Эктор тот же самый. Хименес Браво. Оба-на. Это украинский. Я знаю, Риденна. Так это самый огонь лишь. Да? Самое шоу классное. Нет, я не спорю. Я думал, в России кто-то ведет. Не, ну реально нравится. А, так. Прям вот так вот, да. Все, посмотрите, какая красота. Просто супер. Кто-то не согласен? Нет, всем, кто за камерами подумает. Пахнет так прекрасно. Смотрите, у нас две истории. Шумок поцели, да, Лида? Да. У нас есть две истории. Есть. Нет, сухарики я сначала, да, чтобы если пройдет все. Можно вот потом сухарики немного овощей. Можно домой забрать. А куда же потом только пройдет? Немного овощей. Взяли немножко каждого ингредиента. Это уже подача, да, пошла? Да, это уже подача. Каждого ингредиента. А вы их запекали, да, эти? Тыкву, да. Во-первых, они... Как же тогда мидии в Стучит. Да ну ты что, дома такого не сделаешь никогда в жизни. Дома обычные там. Такие у нас. А, обычные где-то дома, с малиной на что-то. Такой коктейльчик. Шеф, круто, очень круто, выглядит прям достойно. Спасибо. В принципе, а давай все наполним, там еще две осталось. Почему тыква? А в ананас нельзя ее, допустим? Можно, да. Да, я понял. Тыква местная же, своя. А у нас ближе к этой истории, которая происходит в Таиланде. А так, крымская осень, ребята. Ясно. Тогда в бурят можно тоже.
Буряк. Буряк. Свёкла, вот так видит, со свёклой, знаете, много интересных моментов можно делать. Да нет, ты хватарок тоже. Ну, крутой продукт, ну, согласитесь. Да. Недооценённый. Тут мне можно со что угодно запекать, но... Знаете, в прошлый раз у нас был шеф-тейбл, и мы запекали индейку в тыке. Это у нас там, где так круто было. Хорошо, что мы не были на нём, а на этом. Так вот. Ты не слишком сизый запах? Нет. Она даёт сладковатый привкус с такой мясом. Может, и она с самой мясой. И волокна тыква почему-то мясо... Берём ложечку. Там с бульончиком, да? Ложечку берём. У вас есть ложка? Нет, ложек нету. Я думал, сейчас шеф будет ложки раздавать. Расскажу. Берете первую ложечку. Сейчас ребята принесут ложки. Берете соус просто. Потом вилочкой берете, пробуйте черноморскую мидию. Ну, потом все можно кушать так. Почему? Потому что я делал акцент на черноморскую мидию. Сардян-рапан стой, получается, овощи сардян-рапан. А потом кушать свет, и все уже руками, да, начинают есть. Да. Начинают выедать пиво. Да, да, да. Все, что там есть. Ну, на самом деле это красиво. Девочки, как это все? Вся красивая еда, это очень красиво. Щеночки, ну я не знаю. Вся красивая еда. Вся красивая еда. Это очень красиво. Нет, ну, если бы это было, которое попало на этот просто. Вот я не буду, да, вот сюда. А, я уже буду, пожалуйста. И потом, когда ты, пожалуйста, сделаешь свой движок, у меня такое повторение. Слушай, а я могу готовить поваров? Так, давайте так, вы попробуйте все, а потом каждый бы сказал, что будет. Давайте. Давайте. Сейчас мне добрый день. А если знаете, двойную... один момент, я вам забыл, и не хочу, наверное, давать чечение, дабы, ну я, конечно, могу разобрать, дабы да? Не испортить ваши рецепты. Да, да, я часто приду. Забыли прочитать. Конечно, на работе будет, я же на отдыхе. Просто вам бы... Я не буду. В обычной жизни. Просто выход от темы. Вернее, в обычном заказе, да, в обычном заказе мы бы дали рис. Рис. Во сколько бы стоило такое блюдо? Именно такое? Я думаю, так же, как сейчас. Рублей 800, наверное? Да нет, ну тогда сюда. 490 рублей. Вот прям не верю. Там одну тыкву на 300. Одну тыкву стоит 560. Я же сказал сезон. Сезон тыквы. Да, сейчас мы работаем. Да, мы всегда в меню подаем на эту историю с рисом, вместо хлеба. Вау! Так. И музыка потом стоит, тихо стало. Свет померк. Да, когда мы видим, когда все другие едят, а мы не едят. Да сейчас. Тише, только одно. Они съели, а мы начали. Да, на самом деле, мы же приятно проводим время, да? Так точно. Никто мы сейчас, еще... да. У вас еще целых два часа. Я просто смотрю, как Наталья наслаждается вкусом, и не могу... Хлеб не нужен к этой истории? Нет. Тыква есть. Тыква, да. Тыква, она видит. А паке уже довольно глубоко, да? А там риса нету, да? Нет. Вот этой крышечкой. А еще есть где-то у вас рис? Где? А киньте на одну тарелочку риса, а нету уже, все, унесли уже. Все, хорошо, ладно. Есть цветная капуста? Не-не, благодарю. Не, ну я бы рисик там так будет как. Потом я надо с рисиком кушать. Да, очень красивое блюдо. И
просто смотрите, я сейчас расскажу. Я в прошлые разы готовил все сам, без ребят. Но не совсем получается общаться и готовить. Поэтому как бы в этот раз я уделяю время максимально вам. А минимально блюдо? Блюда. Знаете, когда я их придумал, это уже большое отделение времени. Да, большое отделение времени. Да, я сейчас максимально вам рассказываю, что, как. Кстати, попробуйте крутон. Да мы бы попробовали. Мы попробовали, у нас нет. Попробуйте. Крутоны? Не надо первым позвать, они вам заболтают. Футон, честно. Вот, футон за 3 евро. В меню мы подаем обычный тарелок. В обычный тарелок, и естественно это для чего нужно? Для того, чтобы быстро отдали. Во-вторых, в меню у нас суп том-ям. Суп. А это коктейль. Тут в основном идет гуща и немного соуса. Да. Если попробовать суп, как то да, том-ям. Может быть, что-то не будет тофу. Не, ну честно, мы думали, если это будет тофу, мы да, такие, мы что такие думали, же что это будет тофу? Ну, мы почему... Тофу, ям, тофу. Ну, это такое, что-то. Добавили в тофу. Да, я тоже так думала. Вот вы так и подумали, да. Это я просто заказал тофу и говорю, что это какая-то... А вы теперь отмазываетесь. Шеф, просто вы как бы проверяете то, что пишут на листиках, если честно. Берите на секундочку и смотрите. Вы правильно говорите, вы проверяете. Ну, так это правильно, почему нет? Не могут только шить за тофу. Правильно. Гости хотят тофу, а получили пустую тарелку. Первый вопрос. Крутоны кто-то добавлял? Я добавил сразу. Очень вкусно. Крутоны это сухарики вот эти. Да, да, да. Очень прикольно. Да. А тыква вкусная? Да. Тыква? А знаете, вы, я сижу в телефоне, там вы потом можете попробовать. Какая что-то схватила. Маленькие еще, да? Да, выбирали, кстати, очень там, сложно. Да. Все поменьше выбирали, злую да? Поменьше меня... участие. Да, да. Нет, первая идея была подать в кокос. Но, это было бы вообще просто дорого, да? Это мега дорого. Кокос питьевой хороший, чтобы поместилась эта история, стоит одна штука 270 рублей на 300 рублей. В Краснодарском крае. А в Акрилинском кокосе я ложку туда не знаю. Вот так вот создается истории. Альтернативы. Да, альтернативы. И добавили мы тогда, раз не получается в кокосе, добавили туда что? Цветную капусту, мало потому что и, конечно же, добавили. О, супер. Мега инстаграмная тарелочка получилась. Вот. И добавили туда. Инстаграмный вот человек. Да, самым терпеливым. Да, не. Давайте по очереди. Вот вам. Самое красивое вам. Они все красивые. Не, ну это прям, да. Подача просто за 499 рублей. Это прям круто. Это невероятно вкусно. Тыкву я не сильно люблю. Очень. Вот теперь будет у вас стимул прийти к вам и заказать. Я обожаю Таиланд, и суп том-ям на кокосовом молоке, это прям нечто и самое первое блюдо, которое я люблю. Это знаете, просто... как сказать? Самое вкусное блюдо. Ну, лимонграсс должен быть, но как бы, ну тут он... Ну, лайм заменяет лимонграсс. Ну, в пасте. Ну, у вас паста с лимонграссом. Просто понимаете, я привез из Таиланда лимонграсс, он... Ну столько не привезете. Я искала пасту чемодан. С лимонграссом именно для том-яма. Ее сложно найти, ее практически нет. Обращайте, невозможно найти. Нет, да, вам здесь на материке можно найти. Здесь вот, я привез вот такой пучок лимонграсса и сразу его подвезли за неделю. Я привозила тоже, да, было так что. А сухой лимонграсс, он не тот, он как солома. Да, и листья лайма тоже использовать, только свежие, сухие, ну, не играю, короче. Не знаю, как взяться, но в тарелке вкусно прямо. Последние тарелочки остались. Такая медичка, понимаете. Так, смотрите. Крутончики. Шеф, вкусно очень, спасибо. Добавляйте. Не остро. Ну, это не остро? Остро. Да, мне тоже остро. Мне очень нравится, вот там в меди открыла, там прям скакала. Просто как сказать, в оригинале он бегал.
прям бросать. Я говорю, что здесь отметки вкус, отметки, это просто отметки вкуса. Мне он остается прям. И он даже ты вкусный. Чем я острее бы сделала. Я даже поставила там. Прекрасно, мы все просто заняты едой. Это что это за рыба сейчас, скажи? Это сарган. Сарган. Такая длинная. Вот это вот такая длинная. Змееподобная рыба. Здесь на набережной. Это наша рыба, но дорого стоит, но не знаю, деликатесом. Я тебе не готова. Ребята, что вы скажете? Я просто боялась, что будет слишком много тыквы. Так, смотрите, я на полном серьезе говорю, что если кому-то надо добавки, но мне не жалко их сюда. Надо, не носите, пожалуйста. Но тут такая история, что у вас еще два блюда. А мы задержимся. Знаете, я... Что содержите, да? И что я задержусь на работе? Что на кухню идти не надо гонять тех. Не, на самом деле у меня сейчас хватает персонала, чтобы не стоял. Ежедневно. Не, ну сейчас да, сейчас же. Ежедневно для вас. Не сезон. Рапан прям нежный. Пока вы еще не кушали, я да, пожалуйста. Приятно. Спасибо. Я никого не тороплю, у нас время полно, спрашивают, общаются, мне очень нравится, говорю. Не в ту профессию пошел еще. Не ту профессию выбрал, хоть та, которая мне нравится, мне не подойдет. Ну, конечно. Рыба, кстати, почему у вас интересно потом? Потому что мы добавили капусту, которая похожа на рыбу. Также мы добавили тыкву, которая она дает сладость, и подали свою тыкву, которая дополнительный шарм дает. Личная подача. Или вы там пробовали над Питером где-то? Никак не совместно в наших мозгах кокосовое молоко Азия и наша тыква местная. Нормально мне можно. Очень нравится азиатские тыквы. Да, мне тоже нравится, но как с тыквой их совместить, вот мозгой как бы не складывается, два разных вкусовых направлений, две разных кухни. Очень странно. Что в Азии очень похоже на морковку или на тыкву? Папайя. Если... Папайя, да. Да. То есть, вот эта вот история оттуда пошла. Папайя. Класс. Да. Кому что желать, если стоит? Яблочко еще туда. А я делал ложечку буду, да? А здесь еще добавки тоже надо. Да, если съедите, за бульон вкусный, правда? Да, очень круто. Сейчас начнем браться, не стесняйтесь. Мне нравится конец вечера. Почему? Потому что будет десерт. Десерт будет соленый ананас, подсоленный ананас с кремом. Никто уже его не сможет съесть? Все останется на кухне. Мы возьмем себе в руки. Смотрите,
мы возьмем себя в руки. И съедим. Его там будет немного. Всего лишь. Какой бульон? Все, бульон. Другому не мешает. Нам все хватит. Нет, нет, нет. Да там вторую, вторая порция, можно мы сейчас. Нет, пожалуйста, нет. Тихо, кастрюлю. Сейчас мы заберем, сейчас мы кастрюлю заберем. Нет, ну подача в чем-то всегда была тут-то, даже в хлебе тупо. Хороший, да. Это подбирали под этот вечер. Виноделы с золотой балки. Там не двое, вино. Ребята, за вечер. Спасибо. До свидания. Всего доброго. За вечер. Так, это за шефа. Прекрасно. Шеф, за вас. За ваше умение с пятницы читаем в наших мозгах. Ну, пойдет. Так вот. Банаса была так же. Да. Без она стоит дорого. Тыкву? Мне тут оплатить деньги. Не сможете забрать с собой. Утром, с открием. Ну, прямо не было. Глаза бросили, за этим сливками. Прокипятили. Ну, на самом деле, со стороны очень красиво смотрятся. Тарелки с тыквой. Прям очень классно. А вот тут тоже сфоткаете и потом во вкус жизни выложите в инсту. Да, вот тут, как бы, мне кажется, не хватает немножко чего-то. Прям сгущенно. Хорошо. Если есть. Есть, конечно. Шеф не пожалел. А, да, подарочка. Мне кажется, она постояла, мы стали все кушать. Все, все? Больше никого не нужно дополнительно? Нет, хотим жить. А, тут еще этот. Не зарекайся. Ну все, можем. Мне скидывали. Том Ягу, походу, всем понравился, раз попросили добавки. Да. Я когда был в детском лагере, там тоже, когда был овощной суп, добавку никто не просил. Когда был гороховый суп, конечно, добавку все просили. Были хорошие времена, мы сейчас не поделяем. Гороховый суп был для нас Том Яг. Кстати, по гороховому супу у нас скоро будет гастроужин. 43.12 кафе. Там что? Да, это вроде 30 числа. Я вправду. Да, 30 надо числа. Надо уточнить, да? А кальян там курить можно будет? Кальян? Да. Я не знаю. Честно. Это прям это важно. Я думаю, можно. Он уже дополняет блюдо. Ну, закон, когда там суд. А, закон уже. Ноября? Да, да, 1 ноября, да. Смотрите. Так мы вкладываемся в сроки. Нормально. Значит, будете курить кальян. Я за то, чтобы вы просто наслаждались. Будет гастроужин украинской кухни. Украинской кухни, но тоже с моим взглядом. То есть я вижу, ну ладно, так и вот, допустим, будет там кулиш. Все знают, да? Конечно, знаем. Кулиш. Да, забирайте, пожалуйста. Жёная каша. Да, но как шонку, у плохо у всех ассоциация с шонкой, ну, да. Я сделал это с кукурузной кашей. А чего? Это уже мамалыга. Ну это не мамалыга будет, а такая вот современная Украина сделается. Вот а вы смешаете пополам кукурузу? Ну, не все такое. Я просто много провожу дегустации внутренней, для того, чтобы на это поправить. А мы поняли, повара воспитанные такие. Да. Дегустаторы, все дегустируете. Они, просто они работают и в охранном агентстве, и для кухни тоже. Совмещают, ясно. Вот. В двух словах будет очень интересно. Ну, там я бульончик обычный. Прям современная подача и старые рецепты. Будут современные вареники с травами, с ягодами, с ряженкой. Нет, ну он вкусный, но он обычный, плюс с сардином. Будет интересно. Да, а дальше я буду рассказывать, если придете, тогда будет интересно.